И я горд, я счастлив, что есть такие места еще остались, и еще они отреставрированы, то, что в этих местах начинает заново возобновляться вот, культура, культура общения людей, балы. И это прекрасно и красиво. В Москве бы такой бал. В Москве делают балы, но они несколько, к сожалению, другие. Тут люди наслаждаются, отдыхают, и посмотрите, просто такая вот заметка. Люди, никто не говорит по телефону, не сидит в интернете, и все общаются, отдыхают, и как было раньше, и здорово, что давайте забудем несколько, отвлечемся от повседневной жизни, окунемся в ритмы музыки, в ритмы вальса, в ритмы, да хотя бы в ритмы человека, который сидит рядом с тобой. Почувствуйте ритмы человека, насладиться ими, передать свои ритмы. И, а быть может, после сегодняшнего бала родится какая-то новая семья, как раньше было. Почему нет? Считаю, что балы – это такая традиция, которую нужно поддерживать для того, чтобы у людей нашей в сегодняшней жизни, знаете, не всегда позитивной, оставалось что-то радостное. И такие мероприятия должны быть для того, чтобы женщины могли надеть красивые платья, показать себя, чтобы было такое общество, которое умело бы общаться интеллигентно, чтобы сохранялись вот те самые традиции светских вечеров. И поэтому место выбрано правильно. Хорошо, что это происходит не в каком-то торговом центре или в выставочном центре, или в выставочном зале, а именно в замке. Поэтому сегодня здесь праздник.